В течение 3 недель в городе Ижевске впервые на портале обратной связи проходило голосование за оплату услуг отопления по фактически потребленному ресурсу. И вчера оно должно было завершиться, но в том числе и по просьбам горожан было принято решение продлить срок действия опроса еще на 2 недели. То есть голосовать еще можно до 6 августа. Приняли уже объем репрезентативной выборки достигнут, но нам бы хотелось, чтобы как можно больше горожан выразили свое мнение по этой теме, поэтому вот принято решение продлить опрос. В случае, если результаты голосования сложатся в пользу перехода, то переход случится только с 2022 года. Есть процедурные моменты, то есть опрос — это не основание, результат опроса — это не основание для перехода на оплату. Естественно, нужно принять ряд нормативных документов как на уровне муниципалитета, так и на уровне региона, для того чтобы столица перешла, либо в случае, если будет принято решение голосованием, для того чтобы столица перешла на другой способ оплаты.